Добрый день, дорогие подписчики и не подписчики, фанаты Папы Смита и ненавистники. Сегодня я хочу снять видео, которое будет весьма познавательное и в большей степени мотивационное. Вы уже видели этого человека у меня года два назад, наверное. Вот. И там была другая тематика. Я его называю Терминатор. Просто Терминатор. Во-первых, он старше меня, я его глубоко уважаю. Я уважаю его стремление становиться лучше. И то, что он преодолевал, сколько болезней у него было. Я ему сейчас задам вопросы. Но для многих вас это будет офигенная мотивация. И будет чему поучиться. Не надо никогда сдаваться. Сейчас я передам ему слово. А вот и он. Евгений Анатольевич, для меня ты Евгений. Вот. Давай так, значит, пробеги по-быстрому со своих болячек, которые мы упоминали два года назад. То есть у тебя инсульт, у тебя был. Я приветствую всех подписчиков Папы Смита и также всех гостей этого, так сказать, этой передачи. Ну, быстренько пробежаться по своим болячкам. До 2011 года, 2011 года я не знал, что такое болезни, но с 2011 года меня очень сильно как бы жизнь трепет. У меня была онкология, отрезали левую почку, через 2 года случился инсульт, восстановление. После инсульта прошло 10 лет и ровно через 10 лет мне удалили простату. В январе этого года и в июле этого же года, через 10 лет, у меня настиг инфаркт. Вот сейчас, 1,5 месяца после инфаркта, но я опять же в зале, как говорится, у Владислава Ивановича, потому что могу сказать только то, что вылезаешь только за счет движения – это жизнь. Женя, я тебя перебью, как всегда. Все ненавидят, когда я перебиваю своих интервьюеров, но тем не менее это очень важно. То есть месяц, чуть больше месяца назад у тебя был инфаркт. 1,5 месяца инфаркт был, острый ишемический. Расскажи, пожалуйста, что ты почувствовал, как тебя забрала скорая, и вот это детально расскажи, в три минуты ложись, саму операцию, что ты ощущал, как ты себя вел, это очень, с одной стороны, забавно, с другой стороны, это поучительно, как надо себя вести в критических ситуациях. Сейчас, секундочку, я сделаю паузу, и мы продолжим. Женя, помнишь, ты мне рассказывал, что после инсульта ты чуть ли не парализованный был? Да, я парализован был в течение года. Вот. А восстанавливался после инсульта я целых три года. После 3 лет я уже пошел в спортзал, стал немножко заниматься спортом. А как именно ты восстанавливался? Что ты делал? Потому что многие люди сдаются, плюют, идут на операцию, что-то в мозге у них там пытаются там копаться, где-то что-то нейросвязь какую-то найти. Ну, как говорится, у нас все идет от головы, поэтому нужно себя сразу же настраивать. То есть вот эти все болячки, они не приговор, собственно говоря, для человека, который хочет жить. Кто не хочет жить, тот, естественно, накладывает, бросает руки, там опускает и все. И на этом загибаться потихонечку начинает. А если продолжаешь и хочешь жить, то начинаю с мелкой моторики, там, с переборкой зернышек. А что ты понял, что тебе надо вот именно с физическими, ты же потом в спортзал же попер, именно после этого же пошел, после этого. Я никогда до этого не был в спортзале. В спортзал я пошел после 3 лет восстановления. 3 года я восстанавливался, чтобы более-менее ходить и все понимать. И я понимал, что нужны нагрузки. Нагрузки, физические нагрузки. И поэтому, ну, в домашних условиях, во-первых, тяжело, когда ты один занимаешься, психологически тяжело. Когда попал в спортзал, я понял, что тут, ну, вокруг люди, как бы это тоже своеобразная мотивация. И ты среди них не ущербным себя чувствуешь. И поэтому тебе это дает силы, мотивации прийти дальше, увеличивать нагрузки потихонечку и продолжать восстанавливать. То есть моторика начала включаться постепенно. Совершенно сначала верно. Пальцы не двигались, потом начало все сначала движение. Сначала сила появляется, а потом вот разная моторика, вот мелкая моторика, это очень важно. Сила, она быстрее приходит, а моторика, растяжки и все прочее, прочее. А что врачи на это дело говорили тебе? Ну, врачи, оставайся как все овощем или не в коем. Да, то есть никто не советовал же идти в спортзал, они же не верят в это все. Совершенно верно. У врачей политика одна. Они по максимуму обезопасивают свою жизнь или что, не дай бог, что с тобой случится, и ты скажешь, а мне врач сказал в спортзал идти. И это как бы неправильно. Они говорят, нет, тебе там 2 самых главных упражнения, жим глазами и переворот сбоку на бок на диване. Все. Больше упражнений для тебя не существует. И в туалет, когда хочешь, сильно не напрягайся. Да, не напрягайся сильно, да.
Ну, как показывает практика, вот теперь я с большой, ну, с полной уверенностью могу сказать, что я преодолеваю, ну, нет таких заболеваний, с которых нельзя выползти, если есть большое желание. Да, ты у нас терминатор-коллекционер, я тебя называю. Если есть большое желание. А теперь, извини, значит, я, конечно, говорю с иронией, но ты понимаешь, что мы с тобой дружим, поэтому я немножко тебя подстебываю, как и ты имеешь право меня подстебывать. Так что вы, фанаты, там особо не скальтесь, блин. Мы имеем право как друг другу это делать. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как у тебя вот последнее твое инфаркт, как случилось, что, какие ощущения, что надо делать вообще? Последнее вот, что болячка меня зацепила, это инфаркт. Инфаркт — это такая вещь, ну, не очень хорошая, она протекает тоже бессимптомно как-то, ты ее не чувствуешь. И, собственно говоря, произошло все так. Я был на даче, приехал с дачи домой. Мне нужно было как раз посетить врача по другим вопросам. Поэтому я был в Москве. И был в Москве, и вот в одно прекрасное утро, 30 июля, проснулся, утром сходил, как всегда, в туалет. Все, ну, время мало еще, полежу немножко еще. Прилег. И вот в этот момент началось что-то со мной происходить. Сначала я не понимал, что. То есть началось сильное давление за грудиной, как будто вот мне бетонную плиту на грудь кладут, а в солнечное сплетение как будто воткнули лом и начинают его прокручивать. Эту боль я за всю свою жизнь я не испытывал такой адской боли. И плюс ко всему этому ты перестаешь нормально дышать. Ты задыхаешься, тебе больно, естественно, сразу начинается паника. Ну, я как бы уже проходил много этих вещей, я просто скулел, как вот побитый щенок, начал скулеть, и была только просьба одна жене, я говорю, вызови скорую, вызови скорую. Слава Богу, на мое счастье, скорая приехала через 6 минут приехала скорая, и через 36 минут меня уже прооперировали в 67-й больнице, она оказалась рядом. И тут решают все... Что именно делал, ты говорил там тебе... Это было стентирование. У меня схлопнулись все три артерии, которые питают сердце. Сердце наше питается тремя артериями основными. Вот, три артерии схлопнулись, две схлопнулись полностью, на 100% закрылись, это называется окклюзия. И третья артерия работала, 74% закрылась, и вот на 26% меня смогли довести до больницы и успеть простентировать. То есть поставили стенды, расширили артерии, запустили кровоток. Благодаря этому я остался. Как они тебе там в вену, покажи, через что они тебе там засовывали? Заходили в вену, ну вот единственное, что осталось у меня от инфаркта, шрамик. Подарочек, шрамик мой небольшой. Они заходят через вену или через паховую, или через кистевую. Но слава Богу, спорту вены хорошие, они сказали, слава Богу, зайдем здесь. Они проходят везде, вот здесь по вене идут, заходят в сердце. И каждый раз они, каждый стенд отдельно в артерию ставят стенд. Стенды разные тоже. Они с какими-то лекарственными препаратами, это такая вещь, как капсулка, ставится в вену, и они раздуваются до 12 атмосфер. Давление большое, открывают просвет, то есть бляшка атеросклеротическая, которая закрывает просвет, она вдавливается в стенку сосуда, и она там потом на всю жизнь остается. Стенд ее держит, и начинается кровоток. И ты, соответственно, начинаешь дышать. Сколько по времени длилась операция? Операция длилась где-то порядка 40 минут, наверное. Болевые ощущения? Болевых ощущений практически никаких не было, когда проходили вот этим стендом. Единственное, в бицепсе среагировала мышца бицепса, затрясся бицепс, сильная боль была, вот когда вот здесь вот по вене проходили, вот в подмышку. Больше таких сильных ощущений каких-то я не испытывал. Операция закончилась, тебя вывезли на качалке? Да, операция закончилась, меня вывезли на качалке, доктор оперирующий подошел, спросил, как дела. Вопрос, который ты ему задал? Я задал вопрос, да. Ну, я как-то на автомате его задал, а потом жена позвонила, когда я спросила, как дела, она сказала, ваш муж какой-то чокнутый. Первый вопрос после операции, когда его вывезли в полутаком смертном состоянии, он задал вопрос, доктор, скажите, пожалуйста, когда мне можно идти в спортзал? И он сказал, этот дурачок проживет еще долго. Окей, сказал жене. Сейчас, секундочку, паузу. Так, Жень, а скажи, пожалуйста, то есть, реально, вот, тебе только что прооперировали. Я знаю, что ты фанат этого дела, потому что ты знаешь, что именно через физические упражнения ты возвращал себе здоровье какое-никакое, то есть функциональность и так далее.
Он тебе сказал, врач, типа, можете там через месяц или там через два месяца, или когда тебе разрешили возвращаться, или ты сам принял решение вернуться в зал? Нет, дело в том, что сначала было сказано, что ну покой, постельный режим, при принятии различных препаратов. Ну так я продержался так две недели. Но я понял, что чем дольше проходит времени, тем, как говорится, мне лучше не становится от этого. Я начал делать потихонечку суставную гимнастику через две недели после операции. А через месяц и три дня я пошел на прием к кардиологу. Я ей сказал, вы знаете, вот так и так, вот я не могу без этого, мне вот... Ну, кардиолог, на мое счастье, попалась молодая девушка, но разбирается в этой системе, сама немножко занимается фитнесом. Она сказала, да, только, пожалуйста, ну, не перегружайся, аэробные нагрузки. Там, минут, начинай с аэробных. Да, по полчасика аэробная нагрузка, ходьба туда-сюда, вот чем я сейчас и занимаюсь. Да ладно, видела, тебя приседаешь уже 200 там. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, значит, ты уже вот пару недель уже, да, в зале? Да. Три раза в неделю ты приходишь, проводишь тут несколько часов аккуратненько и так далее. Это твое любимое, как бы, развлечение. Это было про инфаркт, но меня не это интересует. Сейчас я подведу к кульминационному моменту видео, мои друзья. Секундочку. Значит, это все я видел, как бы, и не только Евгения видел, которые выкарабкивались из инфарктов и так далее, от инсультов. Этим людям нужно отдать должное, хвала и честь, молодцы, громадная мотивация. Но больше всего, что меня поразило, где-то год назад, наверное, Евгений подошел ко мне и стал жаловаться на тазобедренный сустав. Что-то у него там побаливает. Я думаю, ну вот очередная мулька, ты у нас терминатор, у тебя то жопа болит, то еще что-то болит. Я говорю, слушай, давай, это самое, сидя, по разводочку поделай, то, что я рекомендую всем, и то, что я себе делал, когда у меня тазобедренный сустав начал побаливать, я реально где-то 3-4 месяца регулярно делал, и сейчас тоже самое делаю, с увеличением веса, в положении сидя, разводочку мы делаем, то есть мы делаем сводку и разводку. Он тоже это начал поделывать, говорил, что побаливает, но он делал это со своей техникой, добавлял еще какую-то гимнастику. Но сейчас я... Он расскажет, какой диагноз ему был поставлен и что произошло дальше. Итак, Жень, что у тебя там со суставом? Суставом? Ну, ты пошел, вот, сфотографировал, да? Да, год назад меня стал беспокоить немножко тазобедренный сустав, побаливает в каких-то движениях, там в ротации в различные. Напомни, ну, сколько лет тебе? Мне сейчас полных 63 года. 63? Да. А молодой еще. 63. Ну. Вот. И стало немножко как бы побаливать тазобедренный сустав, правая сторона. Левая сторона у меня парализованная. Она, видимо, после инсульта. Да, после инсульта парализованная. Она так полностью, собственно говоря, не восстановилась на 100%. И поэтому она держит покрепче, видимо. Мышцы там, они все время находятся в спастике такой. Вот. А правая сторона стала побаливать. Ну, побаливал, я решил сделать МРТ, чтобы уточнить, что же происходит. Ну, ни много ни мало, МРТ показало мне асептический некроз головки тазобедренного сустава, головки кости, кости тазобедренного сустава. Это очень, ну, нехороший диагноз. Переведи на русский язык. Ну, некроз – это отмирание, разрушение, отмирание костной ткани, головки, бедренной кости. Вот именно разрушение. Разрушение, да, идет. Это как вот пенопласт начинает крошиться, вот так же крошится кость. Вот. Сделал денсиометрию, это такая еще процедура, структуры костной ткани смотрят, насколько они, тоже не очень хороши они, как бы. Ну, я поехал в ЦИТО на прием к кандидату медицинских наук, ортопед-травматолог, он посмотрел, все сказал, мне было что выписано. Какие-то препараты попить, там что-то такое, типа фарма, хондропротекторов, да, которые ни о чем и вообще никак. Маленькая концентрация, да, там маленькая. Сказали взять костыль локтевой в левую руку, чтобы снизить нагрузку на ногу, туда-сюда. Ну, когда я приехал после всего этого домой, я подумал, так, значит, костыль в руку, это что такое? Это не про меня. Я начал... Он тебе сказал, что готовься к смене сустава. Да, и сказал в дальнейшем. То есть это заболевание не имеет обратной дороги назад, она идет только в худшую сторону. Даю, говорит, тебе 4 месяца, и через 4 месяца повторное МРТ. И ты приходишь, смотрим, если динамика плохая, готовимся на операцию по замене. То есть или она останавливается и нет негативной динамики, или же она прогрессирует, смотрим, разрушение, да, и идем на смену, смотрим, тазобедренного сустава. Да, готовимся к замене тазобедренного сустава. Ну, я говорю, хорошо, в расстроенных чувствах приехал домой.
Ну, подумал я недолго, день-два, может быть, и думаю, надо что-то думать. Что меня все время спасало? Занятия спортом. Лечевых нагрузок, конечно же, не нужно делать, там все прочее. Я начал делать просто суставную гимнастику, ну, полностью на все тело, и также включая тазобедренный сустав. Буквально через неделю у меня стало уходить на это по 2,5 часа гимнастики ежедневно. Я не пропустил ни одного дня за эти 4 месяца, которые мне порекомендовал доктор явиться к нему. Через 4 месяца я вот приехал, поймал инсульт, к нему не попал, к нему попал после инсульта через неделю. Немножко задержался. Вот, пришел, сделал повторное МРТ, он посмотрел, и он говорит, ну, вплоть до того, что такие хохмы, говорит, не надо мне чужие МРТ подсовывать, когда приходите. Я понимаю, что вы не хотите оперироваться. Я говорю, да нет, это мое, к сожалению. Он говорит, ну, тут МРТ просто, ну, что могу сказать, некроз остановился. То есть обратной дороги он не имеет, но он имеет возможность встать, и на этом вот фоне я могу существовать, жить там 10 лет, может быть, там 5, но я хочу там побольше. Вот, и я продолжаю до сих пор заниматься этим, он меня очень похвалил, какие костыли, он сказал, какие тебе костыли. Он начал пробовать делать тесты, которые делают на тазобедренные суставы. Ну, как он меня не гнул, как он не вертел, смотрел мне в глаза. Сейчас я... Поехали, значит, смотрел, тесты. Да, смотрел мне в глаза и все крутил, вертел ноги в разных сломать хотел, отведения, приведения, там такие. И он смотрел, и когда мне будет больно. Ну, я говорю, у меня нет боли, я делаю растяжки, все, у меня все мнется, и все, я хожу. Вот так вот заканчивалось, пока на сегодняшний день он говорит, ну давай на полгода иди, отдыхай. Через полгода покажется еще раз. Он все-таки надеется, что с МРТ, да. Сменить тебе тазобедренный сустав. И самое интересное, что у него был вопрос, что как бы он говорит, я, конечно, тоже покруче тебя в этом во всем понимаю, но у меня один вопрос. Вот ты мне скажи, вот что мне рекомендовать своим пациентам, что ты делал, вот прям честно скажи, что-то колол, не колол. Я ему сказал, суставная гимнастика, все, по 2 часа в день. А он у тебя кто, профессор? Он кандидат медицинских наук. Медицинских наук, а сколько лет ему? Ему порядка, 50 где-то. Ну вот видишь как, если он будет смотреть это видео, при всем моем уважении, есть еще один доктор, доктор Бубновский, которого все знают. И я скажу словами доктора Бубновского, прежде чем ложиться под нож или рекомендовать своим клиентам смену какую-то, нужно бросать их в спортзал и проверять, насколько можно насколько функциональность того или иного сустава сохранена. Почему? Потому что первый способ проверки, восстановится или регенерирует ткань, это кровообращение, увеличение, усиление кровообращения. Почему старики ломают себе тазобедренные суставы? Потому что они никогда не занимались спортом, у них все высыхает, атрофируется, и когда ткань не подпитывается кровью, она не несет питательных веществ в ту или иную точку. Это элементарно. Что у тебя получилось? Своим деревенским необразованным этим я скажу. У тебя произошла элементарная регенерация за счет правильного кровообращения тазобедренного сустава. Поэтому мы благодарим от души твоего доктора, что он оказался настолько правдив и что он признал, что никогда ни хера такого не видел, а может быть всего лишь пару раз. Хорошо бы ему диссертацию на эту сделать, посоветовал бы ты ему, потому что он хоть поможет сотни тысяч людей, которые приходят, как и моему племяннику сказали, менять тазобедренный сустав, как ты ходишь, у тебя разгромлен после аварии. То есть опять чудеса. То есть для них это чудеса, а для нас, вот кто, как говорится, это выкарабкается, вам дан физический аппарат мышечный и этот самый двигательный аппарат. Если вы им не пользуетесь, он у вас атрофируется, и вы быстро умираете. А ты на своем примере, громадный пример и мотивация, как и для меня, и для всех остальных. Между прочим, я сейчас у Евгения беру гимнастику для восстановления плечевого сустава, который у меня травмирован тоже. А он и это восстановил, мерзавец такой. Правильно? Были убиты оба плечевого сустава. А вот его бицуха, между прочим, после инфаркта. Ну, да? А покажи трицепс. Трицепс покажи. А вот и трицепс. Повернись немножечко. Вот. Он стесняется этого. Я говорю, слушай, после твоих подвигов ты выглядишь просто достойно и прекрасно. Значит, смотри, Жень, я, наверное, на этом закончу. Я хочу поблагодарить тебя, потому что мы и так растянули минут на 20, а наши люди страшные лентяи, они не смотрят этого. Я надеюсь, кому-то понравится эта информация, и вы все-таки вернетесь в спортзал и начнете реально
заниматься процессом оздоровления. Инсульт не приговор, инфаркт не приговор. Мы еще знаем Весиновского, который после двух инфарктов в 68 лет, и сколько ему там, 63, тоже продолжает заниматься чуть ли не профессионально бодибилдингом. А теперь скажи, самое важное, сколько кортикостероидов ты использовал анаболических? Они же скажут, что он должен на стероидах. Ноль. Вот так. Это был Евгений Анатольевич и Папа Смит специально для вас. Пожалуйста, пишите мне в Инстаграм, а я оставлю Инстаграм Евгения. Ему пишите. Можно еще ставить 5 копеечек. И еще очень важно, не хочешь похудеть, не жри. Это фраза вот Владислава так. Ивановича. Когда болят суставы, особенно ноги, тазобедренные, все, худеть нужно настолько, насколько возможно. Нахудеть, сбрасывать вес. Вес – это наш враг. Да, так и есть. Это враг. А еще очень полезно голодание. Вот, я сейчас на интервальном голодании нахожусь. Отлично. Я сбросил с 86, сейчас мой вес 76 килограмм. Вот так, и выглядишь великолепно. Лучше, килограмм. Чем пузо, пузо исчезло. Бицуху вот так покажи. Вот так. Вот так вот она, ребятка. У него рука, как у меня, он все прибедняется. Все, мы с вами прощаемся. Спасибо всем. Пока. Спасибо тебе огромное за видео. Всем спорта.